А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Car Mechanic Simulator 2021? Или какой там? Я уже не помню. Короче, мы сейчас отправляемся... на свалку. Искать автомобиль. Не знаю, чем мы там интересного найдем. Сейчас посмотрим, что там есть. Что там, может быть, прикупим на реставрацию. Может быть, а может и нет. Так, что-то есть. Aston Martin, судя по виду. Нет. Это не Aston Martin, судя по виду. О, Toyota. А это настоящий или мод? Кармод. Ух ты. Так. Ламбой. Да ёб ты, нифига, слушайте. Как тебя купить? Я уже забыл. Принять. Парковка. Ламба. Если это модовские, и они у нас в игре есть, значит мы их не собирали, потому что мы бы их уже это, того, поудаляли. Ламба. Тоже возьмем, купим, пусть у нас будет. На парковке потом отреставрируем. Так, но мы все равно сейчас посмотрим, что тут еще есть из даже обычных стоковых автомобилей. Ну, как минимум третья машина должна быть. Две, я не помню, бывало такое, чтобы было две или нет. Болт Чапман. Так, сейчас чекну по списку. Болт Чапман. Чапман, точнее. Да, такое у нас есть. Может, еще что-то? Ух ты, я даже не знаю, что это такое. А, блин, сначала подумал на него... на этот, на Chevrolet Cobalt, а потом думаю, блин, да вроде же я его не ставил. Походу ставил. Нормально, можно взять. Cobalt, интересный автомобиль. Парковка. Слушайте, три модовских тачки. Главное, чтобы эта срань не вылетала, и все будет у нас хорошо. Наверное. Все, все, отлично. Назад гараж принять. По списку мы ничего не купили из того, что у нас стандартное в игре есть. Ну, знать я особо и не парюсь по этому поводу, потому что у нас целых три тачки модовских. И это реально круто. Это реально круто. Сейчас только стоит выбрать, что мы тут возьмем. Карта, парковка. Начнем с кобальта. Где он там есть? Ну вот, отлично. Слушай, давайте пол тоже в белый сделаем, чтобы у нас прям тачка выделялась. Есть тут прям... Он, конечно, говняный будет. В дерьме в каком-то весь. Да, это понятное дело. Но зато будет все беленькое и светлое. Такой, такой. Так, а как применить? Готово? Отлично. Блин, вот эту грязь 8, в Car Mechanic 18, вот это дерьмо можно было убирать с пола, чтобы он не был грязный. Здесь почему-то не завезли, видимо, будет за донат за какой-то. Так, Chevrolet Cobalt. SS или не SS? SS, отлично. Значит, версия у нас бодренькая. Cobalt у нас будет бодренький. Ну, кстати, выглядит нормально. Автомоечка. Цвет, судя по всему, красный. Или ржавый. Нифига он насыщенный какой. Так, принять. Что-то какие-то тут, малеха, проблемы с зеркалами, вам так не кажется? Это реально проблемы с зеркалами. Блин, а тачка интересная. Так, переставить.
Первый подъемник. Сейчас будем деребанить. Не знаю, что мы с нее надеребаним интересного. Кстати, 4 колеса есть. Так, давайте проварим, чтобы понимать, что мы все сняли. Так, ну эта тачка, получается, у нас в коллекцию не пойдет. Она пойдет сразу на продажу, потому что она модовская. Чпоньк. Ну, нормально уже. Как-то уже выглядит. Так, сборка. Си у нас есть? Да, Си есть. Как там? А, во, я забыл уже. Так, что за движок? i4b. Его даже тюнить не интересно. Он вполне обычный. Вот прям обычный-обычный. Поршневая есть? Нифига нет. Ну и отлично. Значит, разбирать там нечего. Привод тут в теории передний. Ну хотя тоннель есть под задний привод. Я хрен его знает. Какой на самом деле привод у кобальта? Кто шарит, напишите в комментах. Передний или задний? Так, колпачок, колпачок. Ой. Альт два раза нажал, думал, добавил список. Потом смотрю, думаю, что я там нажал, я же на клавиатуру посмотрел. Так, тормоза, наверное, есть в сайлентблоке. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре подшипника. А, слушай, так тут барахла-то у нас. По сайлентблокам еще хватает. Так. Раз, два, раз, два. Правильно, правильно. На каждую сторону сразу считаю. Сейчас будем по очереди все снимать. Ух ты, я подрамник сзади не посчитал тоже. Раз, два, раз, два. Есть. Так, здесь у нас нижний. Так, стойку стабилизатора надо чекнуть по наличию. Мне кажется, нет. Они вряд ли ремонтируются, можно сразу заказать. Так, здесь что? Малый. Раз-два. Обычный раз-два. Все. Сайлентблоки все посчитали, которые нам только нужны. Ну, в принципе, можно
считать, что задняя подвеска у нас разобрана. Так, теперь морда. Стабилизатор сейчас проверим по наличию. Нету. Слушайте, у нас ни А, ни Б их нету, походу, судя по всему. Потому что что-то слишком часто у нас их нет. Потому что у меня постоянное ощущение, что у нас типа один вид есть, второго вида нет. У нас, судя по всему, вообще никаких нет. Наконечник. Два наконечника, две тяги. Так, подрамник можно скидывать. Блок только остался. Отлично. Наконец-то разобрали всю машину. Сейчас блок вытащим. Посмотрим статус. И все будет классно. Так, статус. 1.1.125. Ну да, все правильно. Так, давайте на проточку тормозов. Три диска у нас как раз. Так. Сейчас мы сразу в планшете кузовню проверим. Тюнинг кузов... А, нет, подожди, не там. Мастерская. Да, смотрите, короче, здесь барахла много. Я предлагаю, чтобы потом не путаться с этим кузовом всем. Мы сейчас просто продадим все, что от кобальта от нашего. И будем покупать новое. Потому что мы это все на склад скидывать не будем от него запчасти. Так как это мод, и если мы что-то ставим на складе, возможно, что-нибудь лаганет, что нам совершенно не нужно. Как-то так. Ой, что я делаю? Последний диск. Собрать два обычных. Доточилось. Отлично. Последний диск. Собираем, забираем. Здесь разбирать нечего. Тут все. Так, кузов ниш нету? Нет, отлично. Ну, последний сейчас тормозной диск дотачивается, и можно будет уже ремонтировать прочее барахло. Упс.
На самом деле на диске пофигу. Сломаем, не сломаем. Минус с приводом. Кстати, две запчасти уже сломали. Давно такого не было. Нифига, это 18-ки. Они такие маленькие оказались. Отлично. Так, нам теперь нужно продать все, включая 14, да, или сколько там, я уже не помню. Да. Так, сохранимся на всякий случай. Складик. Склад 1 не то, 2 не то, 3 не то, 4. 4 по дискам склад. 18-ки. 275. Ну, это достаточно широкие. Это прям прилично широкие. Так, отучу. 18, 18, 18, 18. Но, знаете, у нас нету ничего такого прям интересного, подходящего. Но диски, кстати, можно скинуть на склад, потому что у нас их три штуки, как раз я один сломал. А, 4. Нифига, комплект, прикинь. Я думал, я сломал комплект 18-ок. Жирно. Вот такие же 17-ки есть. Так, хорошо, по дискам мы прошлись. 6. Состояние. Так, кузов мне все продали, больше там никакого барахла отдельного не было. Наверное. Да, все отлично. Так, весь список, сортировка, состояние, погнали. Есть контакт. Ну все, сохраняемся. Так, какие диски ты хотел? Думаю, можно 19-ки воткнуть и профиль пониже поставить. Так. Давайте сразу диски посмотрим. 19-е. Магазин дисков. Я не знаю, что туда поставить. Ну, допустим, вот такие можно поставить. Или какие-нибудь вот такие. Так, 19-ки купить, 225 на 40, так, резина 225 на 40, 19, 225 на 25, идеально. Так. Ну, по-моему, чётенько. Ну, возможно, конечно, узор не то, что хотелось бы. По-моему, норм. По-моему, прям вообще норм. Выглядит так, будто с BMW сняли.
есть. Так. Сборка салона. А нафига? У нас же гоночная тачка. Мы сейчас купим сами салон. Номера. Кстати, номера... Номера потом купим, потому что номер, по-моему, у меня один валяется. Так, салон. Салон. А задний диван съемный, несъемный. Так. Рулька. Какую нам поставить рульку? Спортивный. Есть. Прикольные сливы. Так, что еще? Подожди. От сливы. Надеюсь, с модовскими тачками рули не идут тут. Так, седухи. Какие-нибудь ковши. Или полуковши. О, а это ягуаровские. Не буду ставить ягуаровские. Но выглядело круто. ГТР. Аваланч какой-то. Порче. GV500. Вот GV500, по-моему, то, что нужно. Хрен его знает, что за брычка. Сейчас ковши, наверное, будут через потолок торчать. Но я тут ни при чем. Мне, по-моему, норм. Так, сборка. В смысле? Так мы же его вроде бы отремонтировали или нет? Не? Ну ок. Я думал, мы его отремонтировали. Так, а что за движки? О боже. Так, я понял. Пошли на эту херовину. Сейчас будем смотреть. Ой, подожди, а куда же я убежал-то? i4. ABT. Turbocharged. Сейчас посмотрим, что там самое веселое. То и соберем. Так, создать двигатель. i3. Дохц. 85 лошадей. 125. Прикольно. А дальше. Этот нет, этот нет. Этот да, 145. Вряд ли. Ого, BFM. А где этот супер... А, турбочаржит. 180. Подожди, слушай. BFM был там какой-то или нет? А и третье точно мы не ставим. Хотя веселая фигня. Так. AQC, BFM. AQC, BFM. Так. 125 максимум. 145. А, 279 BFM. Так, значит, ставим BFM, собираем. Будет, конечно, смешно, если он на тачку не встанет. Фильтр хоть есть? Есть, отлично. Так, магазин. Ой, ролешки пошли, понятно. Давай вернемся в электронику. Есть. Тоже есть. И это есть. Два предохранителя. Еще три штучки. А дальше погнали по списку, по стандартному. 16 там было написано.
стойки. Еще две стойки. Два наконечника, две тяги. И блок. Есть. Фух, вот это закупка. Ролик, колено. Колено есть. Гена тоже есть. Чем же он тогда отличается от других? Скажите мне, пожалуйста. Потому что пока что я ничего... Фильтра R4 закончились, серьезно? Пока что ничем таким особо серьезным, ну, вроде бы не отличается. На вид обычный движочек. Так. Чпоньк. Магазин. Насос гидрача. Фильтр. 4 поршня. Кольцо. Кольца. Есть. Тоже есть. Даже башка есть, прикинь. Ее даже прикручивать не нужно. Крутяк. Пуск нет. А, она на турбе, значит, у нас. Поэтому и такой веселый движок. Турбы нет. Распредвал. Крышка распредвала. Раз, два, три, четыре. Шестерня нет. Рампа подсветилась куда-то? А, вот тут форсуночки такие отдельные. Так, хорошо. Крышки шатунов тоже нет. Впуск есть. Турбо есть. Распредвал. Крышка распредвала. Шестерня. А у нас же, наверное, свечей нет ни хрена, да, еще в машине. Ой, в машине. На складе. У меня есть такое подозрение, что свечи у нас тупо отсутствуют. Надо будет проверить. Поддон, надеюсь, есть. Потому что может оказаться. Хренушки. Так, давайте мы его перевернем обратно. Дроссель зато есть. Есть, есть. Есть. Свечи. Катушек, наверное, тоже нет нифига у нас. Ремень. Крышка. Так, поддон есть, ремень тоже есть, крышка башки, шестерня, свечи тоже есть.
Катушки не знаю, есть наличие или нет. Есть наличие катушки. Цепь, там еще какая-то шестерня по-любому нарисуется у нас. Еще один ремень, которого нет, как обычно. Ну, если дальше шестерня еще одна нарисуется. Блин, распредвал отметил каким-то образом случайным. И тут еще сейчас какая-нибудь крышечка, которой тоже нет. О, нифига, есть. Удивительно. Короче, тупо здесь это моща за счет турбо и особенностей ГРМ. И все. Так обычный движочек. Все? Судя по всему, да. Так, как тебе это удалить отсюда? Понял. Она просто сама по себе высокая. Прикиньте, сейчас раз он не подходит. Не, подошел. Сохранить на всякий случай. Сборочка. Ни хрена не видно. Конечно, да, в пол вроде бы хороший, красивый, но нифига вообще не видно. Что, куда, почему и зачем. Ключик, кстати. Не знаю, есть он у нас или нет. Где эти предохранители? А, вот. Заблудиться можно. Стартер нужно будет не забыть поставить. Все. Ну, аккумулятор. Да, получается, с белым полом на машину хорошо смотреть. Но не на детали, которые нужно установить. Кулек есть? Есть кулек. Так, есть. Два щита тормозных. Это лыжа у нас есть. Сейчас мы еще переднюю подвеску подсоберем, потом уже сходим
за покупками. Потому что здесь еще собирать и собирать, и что-то еще может вылезти. Карабасик. Ну, хотя бы коробка есть. Так, на подрамник сейчас соленблоки еще влепим. Что-то я про него уже забыл. Мы его просто поставили и начали потихонечку собирать. Так, тут есть. И вот здесь. Отлично. Так, щита нет. Нижний рычаг есть. Так, тут все. Теперь эта сторона. Магазин. Так, один бачок, второй бачок, кусок выхлопа, два тормозных щита. Короче, ни передних, ни задних нет, но возможно еще каких-то других версий есть они. Собака. Нижний рычаг подвески. Куда я нажал? Привода как раз ровно два штучки. А мы один, по-моему, сломали как раз таки. Да, диски так себе. Мы их уже куда-то ставили. Стартер. Блин, я ж про него 100% забуду. Есть. Так, теперь сзади, что у нас тут? Так, тут есть, а теперь эта сторона. Все. Сейчас под капотку еще немножко подсоберем и посмотрим, все мы собрали или нет. Что-то по-любому забыли где-то. Без этого у нас не бывает. Не, ничего не забыли, прикинь. Так, остался только кузов. Предлагаю это дело сохранить. Нифига, воздухозаборник. Но с виду будто на капот. Спойлера тут всякие. Интересненько. Так, кобальт. Это что такое? Использовать только с таким-то, таким-то задним бампером. Так, ну это спойлера.
Это багажники. Капотики. Дверь, дверь. Дверь, дверь. Крыло, крыло. Зеркало. Зеркало. Так, стекло, стекло, стекло. Фара. Это. И это. Хрен его знает, что тут понакупил. Сейчас разберемся. Передние фары. Один вид. Отлично. Но можно было бы на самом деле какие-нибудь затемненные еще присрать. Лабаш. СС типа, да? Да, ну понятное дело, СС поставим. Есть контакт. Так, это не СС. Я куда-то другую присрал. Во. Так, крылья, по-моему, тоже одного вида. Есть. Так, я, по-моему, накупил еще багажников. Кобальт СС, что-то там и карбоновый. Турбочарджет. О, сойдет. Так, спойлер. Но мне не нравится такой спойлер. Смотрим дальше. Тоже не нравится. Поставим тот, который и был. Есть. Так, фонари. А, фонари тоже у нас не меняются, они все одного вида. Номера не купили. Так, инвентарь, кузов. Продать. Капотики. Так, теперь нужны капотики. Типа с вырезом, с воздухозаборником. Но я думаю, что карбоновый можно оставить. Или нет? Ладно, не будем карбоновый оставлять. Поставим обычный, но с вырезом. Карбоновый можно было бы уже этот. Типа приделать там что-нибудь еще. Типа багажник карбоновый и так далее. Так, что у нас здесь есть? Бампера сейчас мы посмотрим. Что здесь интересного? Выберем самое интересное. Сейчас, наверное, попробуем вот этот набор РК Спорт, такой же, как у нас капот. Да вроде и ничего так выглядит. Так, что у нас обычный? Обычный бампер. Бампер как бампер. Дюрафлекс. Давайте дюрафлекс поставим. Номера. Так, номера. Номера. Аризона. Есть. Так, от Duraflex хрен его какой. Да насрать. Ну, тут может РК Спорт вот этот. Да, наверное, его оставим. Так, остались у нас пороги.
Мы, по-моему, РК Спорт поставили задний бампер. Так, ладно, пороги берем. Я допер, что это за фигня такая тут продается. Это выхлоп. F. Задний бампер F. Так, буква F. F, F, F. Вот, теперь можно примерить. Нормально, сойдет. Даже нет смысла что-то там другое выбирать. Порожек Duraflex сойдет. А там тоже здоровый или без? Тоже здоровый. Сойдет. Нормально. Так. А, лишнее. Нужно продать. И статус. Типа номера на 8%. Прикол. Дофига. Так, ну чё, отправляем на покраску. Ну, пока что в такой цвет. А дальше сейчас посмотрим, что там за раскраска на него есть. Может, что-то интересное. Нифига нет. Что, сделаем какой-нибудь желтенький. А тут прям и желтого толком нет. Типа такой. Тут смотришь один цвет, тут по факту другой цвет. Нормально. Диски, конечно, всратые. Тачка слишком сильно задрана. Ее нужно ли опускать, или диски больше ставить. Ну так-то в целом вроде как неплохо. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.